Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов. Об этом сегодня заявил президент, принимая верительные грамоты от послов зарубежных государств. В грамоте просьба верить всему, что будет излагать дипломат. Правда, в Минске работать останутся не все. Послы Венгрии, Индии, России и Судана. По совместительству представлять интересы своей страны в Беларуси будут дипломаты из Аргентины, Боснии и Герцеговины, Иордании, Ирака, Мексики, Панамы, Португалии и Саудовской Аравии. Александр Лукашенко подчеркнул, Беларусь не делает выбор между Востоком и Западом, а стремится к взаимовыгодным отношениям со всеми партнерами. Как убежденный противник конфронтации и донор безопасности в регионе, Беларусь выступает за решение конфликтов исключительно мирным путем. Мы настойчиво работаем над расширением круга своих единомышленников. Лишь объединив усилия в данном направлении, можно обеспечить нормальное, комфортное сосуществование государств и долгожданное спокойствие. Именно этой логикой мы руководствовались, когда предложили начать новую широкую дискуссию по проблеме европейской и международной безопасности. Она, по аналогии с Хельсинки, призвана содействовать разрешению накопившихся противоречий между государствами на обширном пространстве Евроатлантики и Евразии. Со многими из государств, направивших своих посланников, у Минска уже наработана договорная база, как претворять в жизнь намеченные проекты, говорили в том числе и в неформальной обстановке. Как отметили дипломаты, хороший старт для первого официального рабочего дня в новой стране.